Як бачимо, поки що ладу серед народних обранців немає. Навіть щодо найважливіших тем. Що треба змінити, аби робота в парламенті була не більш ефективною? На думку лідера партії «За життя» Вадима Рабіновича, політсили мають об'єднатися, а першочерговим для народних обранців мають стати соціальні законопроекти. Я думаю, что три позиции, которые должны объединить всех, вот для меня, например, любой, кто разделяет три позиции. Первое – это мир в стране, немедленный мир, потому что не будет мира, извините меня, не будет ничего. Второе – это прекращение тупой экономической политики. И третье – это прекращение раскручивания маховика ненависти и, как бы, ну, такое всеукраинское примирение. Вот эти три вещи, которые позволят нам стать, ну, я думаю, что сильной передовой страной Швейцарии и Восточной Европы. Я 4 года жду социальных проектов в нашей Раде. Но, к глубокому сожалению, они занимаются совершенно другим, просто разжигая ненависть и на этой ненависти зарабатывая себе дивиденды. Что останется со страной, по-моему, им все равно уже. Поэтому нам нужно здоровое объединение всех тех, кто хочет остановить эту вакханалию беззакония. Вот все, что нам нужно.